Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас сосиска в тесте. Это просто, это вкусно. Говорят, что не сильно полезно, но иногда можно. Хорошее чистое масло. Самые хорошие высшего сорта сосиски. Все самое хорошее. Так, начнем. Нам надо приготовить тесто. 75 грамм кукурузной муки. Мелкого помола я всегда беру. 75 грамм пшеничной муки. Обязательно просеиваем через сито. Пакетик рыхлителя теста. Щепотка соли, 1 грамм, наверное. 10 грамм сахара. Так, это все у нас сухие ингредиенты. Добавляем желток. И теперь нам осталось добавить молоко. Молока может пойти, я приготовила 200 грамм. Но его может пойти или больше, или меньше. В зависимости от муки, от желтка, от размера. Понемножку начинаем подливать молоко. Так, я пока включаю сковороду, чтобы она у нас грелась. Вот посмотрите, у нас почти пошло 200 грамм. Все, посмотрите, как у нас замечательно готовое тесто. Так, накрываем пленкой или сразу переливаем в высокий стакан, накрываем пленкой и даем постоять 20 минут. Прошло, как в сказке, 20 минут. Вот наше тесто. Теперь нам осталось насыпать немножко муки для панировки сосисок. Сосиску со всех сторон в муку. Теперь берем наше тесто и, прокручивая сосиску, полностью ее погружаем в тесто. Посмотрите. Если тесто не стекает, значит оно великолепное. Так. И в растопленное масло. Тут тоже свой нюанс есть. Чтобы сосиска была кругленькой формы, нам надо ее постоянно переворачивать. Но думаю, это очень трудно сделать. Она не хочет ворочаться. Я думаю, что форма это не главное. Самое главное это вкус.
немножко у нас получились корн-доги, наша сосиска в тесте, немножко овальная. Ну ладно. Сразу я приготовила бумажное полотенце. Будем выкладывать, чтобы стек лишний жир. Температура у нас должна быть небольшая, чтобы внутри тесто прожарилось, а не только сразу сверху. Идет это первое, у нас уже, наверное, готово. Сейчас я постараюсь вам показать. Смотрите, какая красота. Ой, сейчас упадет. Сразу выкладываем на бумажное полотенце. Вам видно? Сюда. Вот. Так, этот тоже у нас готов. Выкладываем. Дальше продолжаем разговор. Интересно, как его можно дома, чтобы он получилось круглое. У меня она падает. Не хочет становиться круглой. Вот так попробуем. Вращать ее. Как вы думаете? Сейчас я в горячее масло рукой залезу. Как вам такой процесс? А вам не видно, да? Сейчас. Вот так я пытаюсь поворачивать, не опуская ее, чтобы наша сосиска получилась более круглой формы. Как вам такой процесс обжарки? Да. Как мы делаем это не часто, поэтому... Я тут чуть-чуть отвлеклась, а тут уже стало пригорать. Так, продолжаем вот эту крутить. Вы видите, более-менее кругленькая получилась. На производстве для приготовления сосисок использую специальные аппараты. Сегодня я вместо аппарата. Самое главное, я поняла, первые несколько секунд, чтобы его прокрутить. Потом оно уже держит форму. Вы поняли, вот так опуская, я как бы прокручиваю, как спираль. Еще одно.
быстро и просто. Она же великолепная. Давайте снимем пробу. Смотрите, какое тесто ароматное, мягкое. Сейчас сгорит, подождите. Так же нельзя отвлекаться. Именно нужна кукурузная мука. Она придает именно такой цвет и мягкость нашему тесту и хрустящую корочку. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита!